что, ничего не понятно? Нет, он сделает нам фразировку Стесси. А? А сыграет Влада Штуклина. Она хорошо понимает. То, что над вокализом работали. С Арбениной все в порядке, у тебя даже не переживают за Арбенину. А ты переживаешь за Арбенину? Ну, повторяю дома. Ну, как бы переживать, наверное, нет. Нет. А там нужно просто и вперед. И вперед, все хорошо. На Делла сейчас поработаем еще. Давайте быстренько. Угу. Спам поэму. Сама. Сама без, без Полины. Одна. Как получится? Да, и звук, с одной стороны, очень хорошее было начало, такое мягкое, но звук не плотный, как бы такой вот поверхностный такой звук. Нет, ты можешь давать субтоном. Время листа, время развея. Это все можно, значит, ты сейчас все пела. Мне понравился твой звук, он был как-то необычный. Ты как бы его придерживала, как, знаешь, как вожжи, как бы придерживаешь. А отсюда то, что ты у меня был полноценно опёртым, как бы, не до конца. Поэтому отсюда здесь поплыла интонация. Попробуй. Начинать можешь так же, мягко, как вот. Еще светлее. Вот, это прям такая солнечная, нежная песенка. И на лице у тебя должно быть тоже солнечно и нежно. Вот, и тогда и позиция станет. Ветер, листа, время, и интонация будет чище. Правильно? Да. Вот здесь, смотрите, вот что это? Бро. Бро. Во-первых, нота не та, бро шанный опять. Ну что это? Это грубейшая ошибка, Влада. Мы говорили ей, брошенный край. Если не будет этой О, у тебя шанный и вывалится. Брошенный край. Скурила. Брошенный край. Дальше все бегом. Брошенный край. Брошенный край. О, ну вот же лучше было. Никаких шамных. О, протягиваем до конца. А ну, дальше больше бери, значит. Активный вдох. Если тебе бро, бро, у тебя как будто бро. Нет, если я закончаю. Тогда не надо. Все. Давайте пойдем. Нет, мне дороги мой брошенный край. Другое дело. Если увидеть пытаешься где, не разглядишь меня. Первой ноты нет. Нет. Не разглядишь меня. Нет первой ноты. Тут уже нас заинтонация. Следишь меня. Ты завышаешь ее.
Ты Квинта? Квинта. Тебя вот там вот временили. Пока не встала на нее, от нее не беги никуда. Обопрись на нее, на эту ноточку. Нет мне дороги, мой пропаем капельна. Нет мне дороги, мой брошенный край. А, вы поэтому. Нет. А. Нет мне дороги, мой брошенный край. Поем. Нет мне дороги, мой брошенный край. Почему останавливаешься? Край. Край, край, край. И дальше на квиту. Потом вот это «э». Не разглядишь, не разглядишь меня. Прямо сейчас так. Не разглядишь меня. Ну посмотри, как чисто. Ну чисто же абсолютно. Не разглядишь меня. Поем еще. Не разглядишь меня. Ну тут немножко поджимаем его уже чуточку. Но по крайней мере это чисто. Абсолютно чисто. Еще разочек давайте с музыкой. Ты упал.
что, все было замечательно. С припева. Но это же все ощущается, все слышно, это все видно. Ты просто не дышишь, вообще не дышишь. Ты что-то там подхватила? И опора еще не работает. Ты что, девочка, поехали. Опора не работает, она как бы, это, она физиологически не будет работать, если ты динамически не работаешь. Она завязана за динамику, понимаешь? Она распускается, и все. Добавила общую. Вот есть такое понятие. Вот есть один. Иди сюда. Вот видишь ручки? Вот. Трын-трын-трын-трын-трын. А вот есть общее. Вот общее. Вот сейчас добавим, будет громче все. Вот ты сейчас себя взяла и добавила общую. А ты должна развиваться в динамике. То, что тебе Полина показала. Ты же правильно показала, что работать с фразой. Поехали еще раз. Давай. Все ноты слышу отдельно сформированные голосовым аппаратом.
Я впервые такую встречаю. Что-нибудь после меня. Как бы они у тебя все раньше. Что-нибудь после меня. Сколько в таком ритме? Что-нибудь после меня. Вообще не останавливайся, не надо. Что-нибудь. Нет. Что-нибудь после меня. Так, стой. Что-нибудь после меня. Только там нота одна нет. Что-нибудь после меня. Что-нибудь после меня. Что-нибудь. Что-нибудь после меня. К целостности. Mm-hmm. Потому что это ты вред сама себе наносишь. Ты погляди вот с этого момента места. И развиваем тихонечко, только без тюбиков. Но только больше легато. И там дыхание еле-еле тоже хватает. Ну, по крайней мере, мне ощущается это. Что-нибудь не сиди, да что-нибудь не сиди. Спускайся сразу. Что-нибудь после меня. Вот это время, которое ты там заберешь, на я отдашь в конце. Угу. Имеешь право. Вот сейчас, по крайней мере. Что-нибудь после меня. Да. Вот это. Не надо вот это вот. Еще раз споем. Другой вариант немножко на второй песне. Жизнь.
Это не туда, но я имею в виду, что... Ну, какой вариант? Наверное, первый лучший был. Жизнь. Нет, либо жизнь. Я сейчас как раз третий спел. Ты натянула хорошо звук и все. Потому что низкая тесситура, Влад, да, низкая тесситура. А у тебя и. Ушли в горизонт жизни, туда же вернулась своей. Ты осветлишь все, но низкая тесситура. Еще раз поем этот куплет. Второй. И до конца, ну, было лучше, намного было лучше. Меняем ритмическую пульсацию. А? Нет, только ты его нормально возьми.
будто случайно. Ты таинственности добавишь, и ты сможешь про субтоне здесь, и четко дальше у тебя будет вагон дыхания. Будто случайно. Поем? Да поняла? Нормально его бери, органично это дыхание. Ну потому что ну, это издевательство над собой. Позиции, хорошую дикцию тебе тоже более говорит. Дикцию потеряла здесь. А дыхание-то взяла замечательно, без суеты. Органично, что с горлом было? А я не знаю, я что соскакивала. Куда соскочила? Я немножко чуть-чуть как-то не знаю. Будто. А так как ты смотри? Будто. Держи. Будто случайно. Будто случайно. Случайно. Будто случайного. Все, вот-вот-вот на одной, в одной позиции. Еще разок. Хорошо. Дыхание хорошо, молодец. Вообще не дышит, совсем не дышит, совсем вообще. Дожди, ты посмотри, ты
включаешь там фонограмму, как бы она сразу же включается, как бы все. Она даже забывает вдохнуть. И вот эта длинная фраза, я думаю, на чем она поет? На чем она поет? Ну вообще, понимаешь, что все, еще умудряется петь. Но она отличница, поэтому она поет. Но включили, надо петь. Вместо того, чтобы сказать, простите, я не готова, включите мне пораньше. Это нормально совершенно. Ты переживаешь, что, как мне сегодня Рамазан сказал, ну вы же моя учительница, я же не могу вам перечь. То есть даже если он ненавидит песню, он будет ее все равно петь. Как тебе это нравится? А то я не спрашиваю, песня нравится? Мы будем петь это, мы будем петь это, мы будем петь это. И есть документальное подтверждение на пленке, ну, на съемках, на видео, на нашем. Буду! Нет, теперь не понимаю, что. Теперь песни все плохие, все, ну, в общем, далее по тексту. Поем, поняла? Дышим, дышим, прямо дышим. Включаем. Задышалась что-то прям, голова закружилась.
Тебе здесь родители дышать запрещали или что? Ну кто запрещал дышать-то, а? Я не успеваю, у меня нет времени. Мы тут должны ритмично дышать. Еще разочек. Я сейчас так вдохнула, что аж поперхнул. За день
себя дышу, сижу. Так потому что нам-то дышать хочется. Я испытываю жуткий дискомфорт, что ты не дышишь. Это же все передается. Мы же поем с тобой. И народ поет, между прочим, тоже с тобой. Вот все поют. И все, представляешь, все. Влада, дыши! Влада, дыши! Ты представляешь, ты не дышишь. Вообще. Завели, значит, балалайку, все, ты сразу... Да, даже не вздохнула, пошла петь. Я не могу. Так, ладно, с этой песней на сегодня все. Отдайте мне шнурек. Сколько у нас времени? 25 минут, 6. Ну, хорошо. Мы можем еще много заниматься. До 7. Нет, это перебор. Да. Ой, до 7, до 6. Да, мы так часами еще работаем. Какие? Полчаса работаем. А я привыкла уже до 7, до 8. Нет, девушка, что это вы? У вас вообще-то завтра зачет? Завтра зачет. Да? Да, у меня завтра зачет. Да. Завтра. Почему? Почему завтра? А что такое? Почему он уже завтра? Так, поем. По вокалу. Я вот то, что сейчас спела, я буду... В конце же должна быть. Ну, промежуточная.